полная срама. Но кто у нас косит траву? Департамент ЖКХ косит? Косит. Администрация косит? Косит. ЖЭКи косит? Косит. И районы эти пересекаются между собой. Поэтому это, ну, это никто не несет ответственности, деньги утекают в никуда. Дальше, что я вижу, как происходит покос газонов в наших проспектах? Выходит армия газонокосилок, мотокос. И человек там 10, не буду врать, там плюс-минус, начинает косить, дырчать, трава вместе с корнем уничтожается, и получаем такие газоны, которые мы имеем. За это мы пишем, подписываем 10 актов выполненных работ, и тоже эти деньги непонятно кто получает на руки и куда они идут. Я предлагаю просто купить за 60 тысяч гривен самоходную косилку, и она может за день, один человек за день покосить весь газон. И не надо здесь содержать штат такой большой. Так уже есть это все. Ну а зачем туда набирать на 170 человек и увеличивать? 180. Значит, для того, чтобы была видна стратегия, мы понимали, куда мы движемся, сначала давайте мы это смотрим в статут. Я прошу вас меня подключить вообще к этим паркам. Пойдешь на наглядову раду в кафе. Да, я могу. Мы этот вопрос пора создать, не возражаем подключать. Вы даже вывесили его на сайт. Давайте нам, пусть директор предоставит вообще по КП развитие его, направление, что он видит, стратегию и так далее. И все, вопрос, он уже висит на сайте. Пусть развивается, пусть директор говорит, нам надо принять устав, надо пройти формальности. Они очень важны. Какие формальности? Мы могли заложить эти деньги. Формально сессию, он дойдет до сессии, еще может успеть директор 25 раз нам прийти и доложить. Формально стало, что без согласования профильной комиссии он не выйдет на сайт. Не выйдет на сайт. Он уже вышел на сайт. Он, этот устав уже вышел на сайт. Поэтому перед сессией мы рассмотрим, будет сессия через 2 недели, мы рассмотрим. Вы уверены, что да, да. Я очень рад за вашу уверенность. К нам на сегодняшний день обратился департамент ЖКХ с просьбой закончить вакханалию с вот этим вот ситуацией с уставом. Я поступило предложение. Кого? Мое. Ваше. Да, мое. Это чиновник. Сейчас надо. Нет, Олег Петрович, не передергивайте. Я не буду. Вы что, лоббируете этот интерес? Олег Петрович, а ничьи интересы? Мы уже нефти пролоббировали. Кого? Центр нефти мы уже пролоббировали. Дальше что вы еще расскажете? Пресса ждет от вас новых первых и новых выступлений. А дальше видео будет интересное. Что бы это ни было, Олег Петрович, всем будет. Лифты ездят. Да. Еще раз, есть предложение принять устав коммунального предприятия Николаевский парк. Кто за, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Спасибо за доклад. Решение принято.